Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием «Хорошая пицца. Отличная пицца». Так, обычно заканчиваются грибы во время грибного фестиваля, запасы грибов на складах взлетели, цены на пиццу упали. Местный житель был найден накрытым грибами после грибного фестиваля. Не завидую этому чувачелику, как бы грибы это штука такая. Так, достижения забираем рейс, забираем дивы. И у нас с вами история в самом разгаре, друзья. Так, здравствуйте, могу я заказать идеальную пиццу с пепперони для моей мамы? Она лучшая мама в мире, идеальная пицца с пепперони. Хорошо, товарищ. Кстати, обратите внимание, что время у нас не идет, друзья, а это значит, что мы можем реально сделать ее просто идеальной. Давайте попробуем. Так, значит, Терес. Давайте, реально, время не идет, значит, мы можем, ребят, вообще не париться, прям вот медленно все сделать. А пока я это делаю, я даже напомню вам, ребят, что чем больше вы ставите лайков, чем больше пишете комментариев, тем быстрее выходит следующая серия. Не забывайте поддерживать. Так. Пицца с пепперони. Идеально. Мне кажется, все просто шикардосно. Шикардосно. Поехали дальше. Можно было бы ускорить, в принципе, но смысла я, опять же, в этом не вижу пока что. Кладем. Раз, два, три. Есть контакт. Вроде бы идеально. Держи, малой. Это лучшая пицца в мире. Моей маме это определенно понравится. Спасибо. И плюс к истории, его маме наверняка понравится эта идеальная пицца с пепперони. Осталось, по идее, два слота, насколько я понимаю, и три закрытые, я не знаю, что значит. Но мы с вами приближаемся, я так понимаю, потихонечку. Потихонечку приближаемся, неплохо. Привет, я хочу особенную пиццу для Ники. Особенная пицца для Ники, особенная пицца для Ники, особенная пицца для Ники. Синяя коробка. Ок. Кстати, у меня опять почему-то пропали столы, ребят. Я не знаю, в чем проблема. Я ничего не меняю, вроде бы как. Блин, какие красивые. Вот у меня они прям очень нравятся. Вот шатровые столы и уютный набор на стол. Он тоже очень красивый. У меня все-таки они какие-то такие, не очень клевые. Ой, очень хочется купить, друзья, но не буду. Потому что я понимаю, что в начале игры деньги нужны очень сильно. Поэтому не буду. Так, насколько я понимаю, ребят, в этот раз я еще и сам изучил вопрос. Ники веган, соответственно, ей нужна не просто вегетарианская пицца или там не просто пицца с баклажанами. Ей нужна конкретно веганская пицца. А что подразумевает веганская пицца? Она подразумевает отсутствие сыра, поэтому я надеюсь, что в этот раз без сыра... С овощами всякими и всем остальным. Кстати, у него уже терпение заканчивается, надо поскорее. И в синей коробке. Я надеюсь, что в этот раз все пройдет как надо. Потому что если нет, то я уже просто не знаю. Ну, вроде бы должно. Вроде бы должно на этот раз все получиться как должно. Так, хорошо. Готово. Раз, две, три. Поехали. Синяя коробка. Все рассчитано. Вот веганская. Я не понимаю, ребят. Я серьезно, я не понимаю. Почему? Почему не получается? О май гад. Это просто кошмар. Так, погоди. Да я... Блин, ладно, оставлю синюю пока что, фиг с ним. Получить две пиццы с большими фиолетовыми... Так, да, могу я сделать такие пиццы. О боже мой. Может быть вегетарианскую все-таки попробовать? Я уже все перепробовал, друзья, реально. Я уже просто перепробовал все. Так, что он хочет там? Две пиццы с баклажанами, да? Короче, проблема основная в том, что сейчас я не могу перезапустить день, потому что у меня там и так уже несколько историй в процессе. Вот там с этим мальчиком, который сделал пиццу для мамы. Не хочу перезапускать, мало ли это как-то повредит этим историям. Ну, как бы мы два дня сегодня отыграем, поэтому я постараюсь в следующий день сделать вегетарианскую, может быть, с сыром подойдет. Потому что если нет, то я уже реально не знаю, что делать. У меня просто уже шок-контент какой-то начинается, мне кажется. Так, нам надо еще два раза ее поджарить. Так, поехали. Блин, на самом деле это реально какой-то кошмар. Я реально просто не понимаю. Просто не понимаю, почему не получается. Вроде бы все делаю так, как должно быть. Она даже не говорит нормально. Она просто говорит пицца для Ники. Но вроде бы делаю все как надо. Но все равно пока что что-то как-то не идет.
Может быть, пиццу... Ой, эту коробку я, получается, покупаю синюю, а нужно голубую. Но у меня нет голубого, у меня есть только такая. $4, вообще класс, хороший чай. Ладно. Пепперони, чувствую, что все связано с оливками. Оливковую пиццу, окейси. На всякий случай спросил, потому что мало ли пепперони с оливками могла бы попросить. Так, хорошо, сыр кладем. Кладем оливки. Капец какой-то. Меня прям это ники уже дезморалит, честно признаться. Я реально не понимаю просто, почему не получается никак ее сделать для нее пиццу. Но ничего страшного. Мы разберемся, ребят. Мы разберемся обязательно. Этот день настанет. Возможно, он настанет сегодня, если окажется, что вегетарианская пицца ей нужна. Не просто, опять же, пицца с баклажанами, а именно вегетарианская. Возможно, это правда. Так, все правильно же? Оливки? Оливки. Супер. Шикарно. Ой, мы получаем еще здесь, кстати говоря, достижение за 2 бриллианта. Найс. Хорошо. Можно мне, пожалуйста, оливковую с луком и грибами? Грибы, оливки, лук. Не проблема. Сейчас сделаем. Грибы, оливочки и лук. Так, это все положили. Грибы кладем сразу же. У нас с вами еще есть время. Я думаю, что примем еще один заказ. Скорее всего, грибы, оливки. Поэтому постараюсь побыстрее все разложить, чтобы на еще один заказ точно времени хватило. Так, лук. Вроде бы все правильно разложил. Вроде бы безошибочно. Правильно же? Правильно. Все вроде бы хорошо. 7 часов, опять же, еще успеваем принять еще один заказ, друзья. Надеюсь, что будет хороший какой-нибудь. На 3 пиццы каких-нибудь было бы клево. Было бы очень супер. Раз, два, три. Готово. И держи. Найс. 3 бакса чая почти. Хорошо. Так, здорово. Луку, тра-та-та. Сделайте 8 кусочков. Пицца с луком. Хорошо. Пицца с луком, 8 кусков. Хорошо. Не самый лучший заказ. На самом деле, довольно-таки даже фиговый, я бы сказал. Но ничего страшного. Ничего страшного абсолютно. Потому что у нас еще один день в запасе. И у меня реально на этот день большие надежды. Если я все-таки смогу сделать пиццу для Ники, для меня это уже будет очень большим плюсом. Так, а как делать на 8 кусков? Раз, два, это получается 4 куска. Это 6 и это 8. Да, вроде бы вот так. Вроде бы все правильно. Раз, два, три, 4. Во, вот так. Вроде бы все сделал. Как надо. К сожалению, 9 часов уже. Мы с вами не особо успели. Без сомнения, лучшая пицца. Супер хорошо. Ну, ладно. Пойдет. Отлично. Заработали вроде бы более-менее норм. $37. Это not bad. Вполне себе. Сладкий перец за соточку. Слушайте, давайте, наверное, пока подождем. Я пока не буду, хотя... Ладно, фиг с ним, давайте купим сладкий перец. 144 бакса у нас с вами остается. Я не знаю, хватит этого или нет, но надеюсь, что хватит. Если вдруг придет бомж, попросит денег, надеюсь, что должно хватить. Бездомный скормил пиццу медведям. Охранники выгнали мужчину из зоопарка, но не смогли забрать пиццу. Курьер доставил пиццу в медвежий вольер. Работники зоопарка спасли мужчину, но не осмелились забрать ужин у медведей. Пицца Аликанте теперь 100% без асбеста. Окей. Так, достижение есть. Хорошо. Здравствуйте, вы случайно не готовили недавно пиццу с пепперони 5 с плюсом для ребенка? Да. Мила, я его мама, я здесь, чтобы заказать пиццу для него в ответ. Какую? Закажу ему пиццу со всем, что у тебя есть. Он заслуживает лучшей пиццы здесь. За 20 баксов пицца, найс. Вот что значит, друзья, мы с вами, так сказать, сделали хорошую пиццу. Видимо, маме настолько понравилось, что она решила вообще все положить. Кстати говоря, у нее тоже не тратится настроение, поэтому можно аккуратно все разложить, чтобы получить хороший чай. Раз, два, три. Теперь все кладем еще разок. Блин, у меня реально такая надежда сейчас, что вот придет это. Я не знаю, кстати, как зовут эту девочку, которая заказывает для Ники пиццу. Но вот которая для нее заказывает, что она закажет пиццу. Я сделаю вегетарианскую ей. И она такая: спасибо, это то, что я хотела. Огромное спасибо. Это было бы очень здорово, потому что мне уже реально... Уже реально дезморалит то, что я уже несколько видео подряд не могу ее сделать. Так, перец кладем. Почти что аккуратно, почти что правильно. Ничего страшного. Думаю, что и так пойдет. Все-таки это для того парня, я думаю, что он настолько на позитиве, что ему, в общем-то, пофиг, разложены ли баклажаны правильно или нет.
Время не идет, настроение не идет, то есть у нас с вами идеальная возможность, опять же, все сделать хорошо, можно не ускоряться, можно просто аккуратненько все разложить. Раз, два, три. Нормально. Немножко неаккуратно разложил, но, в общем-то, пойдет. Моему сыну определенно понравится эта пицца. Спасибо, пожалуйста. Так, хорошо. Я буду впечатлен, если этот ребенок действительно сможет съесть целую пиццу со всеми ингредиентами. У нас остается последний день благодарных сердец. Найс. Потом закрыто, я не знаю, что значит. Такс. Что мы можем получить-то? Ага, $50. Классно. Вот это очень хорошо, потому что я не знаю, может быть, бомжик опять придет. О, смотри, тоже. Но настроение не идет вроде бы. Пиццу с перцем, луком, пепперони, оливками. Пепперони, лук, каждый на своей половине. Могла бы я получить ее порезанными половинками, положите в печь дважды. Почему время не идет? Ой, точнее, настроение почему не идет, очень интересно. Вроде бы все понятно. А, ну только сейчас начало идти. Интересно, слушай, что-то я не понял, видимо. Так, пиццу с перцем, пепперони, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Окей, поехали. Задание довольно сложное, но... Оно даже не то чтобы сложное, оно просто большое. За счет этого, честно говоря, не очень-то понятно. Так, пепперони, лук, каждый на своей половине. Начнем с этого. Пепперони на одной половине, лук на другой. Это самое такое ключевое, что нужно выполнить. Пепперони на одной, лук на другой. Раз, два, три. Так, и перец, оливки везде, получается. Оливки везде кладем, и перчик то же самое. Вроде бы все правильно. И потом еще надо будет порезать пополам, насколько я понимаю, чтобы все было вообще четко. Раз, готово. Положите в печь дважды. Окей. Можно было бы, кстати, ускориться, но, к сожалению, не пришла эта дама, которая просит нас о... для Ники вот этой пиццы. Но ничего страшного, я думаю, что и так нормально. Сделаем тогда в следующий раз вегетарианскую пиццу. Надеюсь, что это реально подойдет. 57%, кстати, может быть, и не успеем. Слушай, 5% остается, 4, 3. Блин, я боюсь, реально не успеем. Скорее всего, не начнет портиться настроение, к сожалению. 50, да, не успеваю. Буквально на 2%, ребят, буквально на 2%. 9 из 10, видите? Но чисто вот из-за настроения, скорее всего, мы с вами немножко зафейлили. Ну, ничего страшного. Так, луковая с перцем, 0 разрезов, печь дважды. Луковая с перцем, not bad, not bad. Так... Сначала кладем обычно, все, это понятно. Теперь лук. Блин, на самом деле реально немножко обидно, что не пришла эта женщина. Так, луковая с перцем. Потому что я, если честно, готовился. Но ничего страшного, опять же, попробую тогда сделать в следующем видосе, друзья. Поддержите, поддержите. Не забудьте, так сказать, поддержать. Луковая с перцем есть. Потому что надеюсь, что, ну, в этот раз мы с вами все рассчитали правильно. И все будет окей. Луковый с перцем готово. Печь дважды, да. Вот это я чуть не забыл, кстати говоря. Ой, блин, ну, на самом деле, вот это прямо разминка для мозгов, надо сказать. Не самые легкие задания нам сейчас приходят. Довольно-таки активно надо думать на тему того, что положить. Но зато денег много. 208 баксов, это, я думаю, хватит на что угодно. Даже если бомж придет просить денег, у нас с вами они, в общем-то, есть. Так, о, черт, мне не хватает несколько баксов. Это не проблема. Ладно, давай, пепперони, пожалуйста. Сколько он? 5 баксов всего лишь дал. Нифига себе, несколько баксов. Я думал, там 2 не хватает. Сколько это? 6 ему не хватает, походу, да? Или, ну, типа того. Ладно, пепперони не жалко, могу сделать. Я человек добрый, ребят. Даже если немножечко не хватает, все равно дам. Но почему-то у меня такое ощущение, что чаще всего люди, когда так делают, на самом деле у них есть деньги. Они просто хотят сэкономить. Но я не буду запариваться, опять же, просто пепперонческая пицца, это не то, ради чего стоит прям сильно беспокоиться. Я ему сделаю, даже идеально нарежу, раз уж такое дело. Ну, почти идеально, ладно. Не самый идеал, но пойдет. Возможно, кстати говоря, что он еще вернется и... Ой, чаевые не дал, кстати, тоже, логично. Я хотела бы пепперони с половиной оливок, пожалуйста, порежьте эту пиццу на 4 куска. Так, пепперони и половина оливки. Окей. Попробую сделать. Пепперони, половина оливки. Значит, давайте сразу положим сначала оливки на половину, а потом просто везде кладем пепперони. В общем, да, я это к тому, что, на мой взгляд, конечно,
возможно, я не уверен, но возможно, он еще вернется и принесет нам, типа, деньги, скажет, что спасибо большое, что вот тогда мне дали пиццу, я тогда не принес, а вот вам с процентами. В принципе, чисто теоретически, ну, такое возможно. А, с другой стороны, может быть и нет. Может быть, эта игра учит тому, что, ну, иногда такое просто бывает. Ты просто уходишь немножко в минус, и все, ничего страшного в этом нет. А, вы художник, живописец, архитектор. Спасибо. Так, пепперони, чувствую, что все связано с оливками. Значит, оливковое хорошо запечено. Окей. Кстати говоря, возможно, он не 6, а 3 доллара мне должен всего-то. Как вариант, поэтому, может быть, зря я на него нагнал. Так, оливковое хорошо запечено. Не самый лучший заказ под конец, честно признаться, потому что довольно дешевый, но ничего страшного. Это последний заказ, как видите, сегодня мы уже не успеем больше сделать. Ускорять, естественно, я не буду, спокойненько ждем. Сейчас положим во второй заход, и дело сделано. Раз. Ждем уже здесь. Блин, ну вот. Эх, не дает мне покоя эта синяя коробка. Надо попытаться разобраться, что же мне с ней все-таки сделать. Ну, я надеюсь, что вегетарианская пицца подойдет. Так, вроде бы все норм. Вроде да. Найс, хорошо. И я хочу ограбить тебя. Я имею в виду пицца. Что? Я сказал пицца. Ладно. Окей. Однозначно это делаем, друзья. Это без вариантов нужно сделать. На сегодня, пожалуй, все, дорогие друзья. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Надеюсь, что в следующей серии мы с вами разберемся, как же все-таки сделать пиццу для Ники. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорой встречи и пока-пока.